Всем привет, друзья, с вами Аннет, и мы продолжаем гулять вдоль Яузы. И пришли сейчас к парку, который называется Парк спорта Яуза. И давайте сейчас по нему пробежимся, а впереди, в следующих видео, вас ждет кое-что очень необычное и интересное. Мы до этого места тоже еще ни разу не доходили, несмотря на то, что живем в Москве. Но погнали сначала смотреть парк спорта. Он, в общем-то, не особо большой, как вы видите по карте. Мы находимся сейчас вот здесь, вот около этого мостика. Вот он, этот мостик. Похоже, да, на то. Или это другой мостик. Ну, неважно. В общем, мы находимся около какого-то мостика, и мы идем в парк. Пойдемте. Вот там вот вы видите площадку для выгула собак. Дорожку для велосипедистов, которые просто гуляют люди сейчас. Мы идем вот здесь вот и смотрим, что здесь есть. Вот там вот за кустами как раз Яуза. У нас прекрасный, тихий, теплый летний вечер. Все залито заходящим солнцем. Вон там какой-то мост, смотрите-ка. Пойдемте посмотрим на него поближе. У-у-у, какой тут интересный мост. Правда, что, смотрите-ка. Ух ты! Необычно. Яуза-то маленькая, узкая речка. А тут через нее такой шикарнейший мост переброшен. Необычный. У-у-у. Во! Здорово. Да, очень необычный, интересненький мостик такой. Но мы по мосту не пойдем, потому что нам надо дальше по парку идти. Тут такие красивые, аккуратные клумбочки. А вот, собственно говоря, и спорт. Мы, в общем-то, видим огромное футбольное поле, где мужики играют в футбол. Да, там даже какой-то гость, так сказать, из южных стран. Вдоль него вот такая дорожка идет. Тут есть скамеечки, можно на скамеечке посидеть, посмотреть, как мужики играют. Вот там тоже есть кресло для зрителей. То есть тут вполне себе проводят какие-то спортивные мероприятия. Вот там вот дальше тренажеры. Площадка для баскетбола дальше у нас. Ну, тоже полно людей. Люди играют в баскетбол. Красота. Давай, что хочешь. Даже девчонка там с ними играет. Давай, паучить. Правый поворот какой-нибудь. Давай, паучить. Просто... Здесь забавная детская площадка с кучей всяких лазалок. Чтобы можно было, так сказать, не просто там какой-то ерундой заниматься, а вот, пожалуйста, физически упражняться на всяких лазалках. В общем-то, как вы видите, парк довольно небольшой. Вот тут что-то про настольный теннис. Вот тут, вот, пожалуйста, местные органы управления. Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета. Не курите в постели. Вот тут это самое северо-восточный административный округ, что себя включает. Пожалуйста, тут вот про секцию бокса для детей возраста от 7 лет. Хоккей на траве, молодежный клуб «Энергия» какой-то, настольный теннис для детей. Бесплатные кружки и секции дофига всякого разного. О, пожалуйста, секция йоги на мосте 45+. Бесплатно. Красота. Ну, как я сказала, очень веселая площадка с кучей лазалок. О, красота.
Огромная большая детская площадка. А здесь, между прочим, ребят, даже стоит памятник. Смотрите-ка. Здесь у нас какой-то футболист. Класс. Казалось бы, просто маленький районный парк. Маленький, правда, он проходится за 10 минут насквозь. Но даже в этом маленьком парке у нас, во-первых, кстати, обратите еще внимание, как сохранены деревья, аккуратно замощены просто по кругу. Ни одно не вырубили. Вон, все сохранили. И вот, пожалуйста, тут статуя такая. А тут еще и площадка для волейбола. И тоже на ней играют, пожалуйста. А вон там, вон, ребятки идут играть в теннис. А мы с вами проходим дальше. А если вы не хотите играть, то вы можете пойти, если вы не хотите заниматься спортом, вы можете пойти и вот на такой чудесной лавочке отдохнуть. Красота. Ну, а если вы не хотите отдыхать, вы можете, как мы, идти дальше по парку. Правда, мы опять, кажется, вышли на все-таки дорожку для велосипедистов. Нам бы надо бы, наверное, будет свернуть. Но нам нужно будет вот в ту сторону идти, чтобы выйти в следующий, так сказать, в следующую парковую зону. А пока мы с вами идем дальше, к выходу из парка. И тут уже у нас почти на самом выходе красивейшая клумба. Тоже скамеечки, на которых можно посидеть, отдохнуть. Видите, какой классный сквер. Да, так это целый парк называется, а не сквер. Там какая клумба красивая, посмотрите-ка. Класс. Ой, какие. Смотрите, как здорово. Можно вот так вот сесть на лавочку, и у тебя вид на такую красивую большую клумбу. Вот, вид на пейзажи города, на Москву. Вот, а здесь еще вот с этой стороны вот такие вот небоскребы какие-то построили. Ну, это, кстати, жилые, по-моему, насколько я понимаю. Да, какой-то жилой комплекс. Тоже здорово, у них вид в эту сторону прямо на парк. И вот здесь еще одна огромная красивейшая клумба. Уже на ней цветут осенние больше цветы такие, не летние. Но я думаю, что как у нас и, в общем-то, принято, у нас сезонные цветы всегда сажают. Класс. Чтобы клумба всегда была зеленой и красивой. Обалдеть, очень красиво. Да, если вы не знали, вот это декоративная капуста. Так, ну мало ли, может, вы не знаете. Она не съедобная, то есть она невкусная. Но технически, вообще-то, она не является ядовитой. Но вот чисто для красоты. Очень красиво, смотрите, как здорово. Прям красота. Такое живописное место. Красота. Ребят, парк был небольшой, поэтому прогулка у нас тоже оказалась небольшая. Мы идем дальше. И увидимся в следующем ролике тоже из парка, расположенного около реки Яуза. С вами были Анетта и Саша, канал, проект «Реальная Москва». Увидимся в следующих роликах.